Ну вот, соответственно, вот это вот Vampire Face во многом лицо известной личности поспособствовало тому, что многие как бы смотрят на это, и откладывается образ определенный в голове, что надо работать с кровью. Это не так. Это было раньше. За это время много воды утекло. Много появилось новых клинических исследований, новых разработок. Давайте, пожалуйста, будем их учитывать. Мы же нести должны нашим пациентам все самое лучшее и эффективное, да, и мы хотим, чтобы пациенты к нам возвращались. Так вот, старая школа основана на работе через травму. То есть мы работаем по старой школе штампирования. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Зинаида. По старой школе нас учат работать штампом, штампированием. Лицо вампира, да, совершенно верно. Кто обучался? Кто обучался работе штампированием? Среди нас же есть, да, те, кто обучался уже фракционной мезотерапии, и не у меня. Вот я вижу Тамара, Елена Кочеткова. Угу. Ну, значит, вы знаете, что это такое. Я обучаю работать по-новому, друзья мои. Я обучаю... У нас много кто обучался по старой школе. Угу. Я обучаю работать по-новому. Я обучаю работать в мягких техниках. Я обучаю работать, сочетая тогда, когда нужно, и штампирование, и, соответственно, мягкие техники. Да, я вижу, что вас много. Ну, ко мне очень много людей приходят, переучиваются. Потому что, да, Наталья Тюменцева, потом у вас. Ну, совершенно верно. Ну, раз вы обучались потом у меня, Наталья, вы знаете, да? В чем разница? Там Мара пишет, ваш метод работает, и комфорт плюс результат. Совершенно верно. Но не надо лишней агрессии, нам ее и так хватает, нам ее и так достаточно. Если мы проработаем штампированием все лицо, так как нас обучают сейчас очень часто, это будет очень агрессивно для кожи. Совершенно верно, Екатерин. Штамп только локально.